За проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении своего воинского долга наши земляки Андрей Шопин и Дмитрий Полутов, родившиеся в селе Натырбово, были посмертно награждены орденами мужества. Глава администрации Заурха Мирзов совместно с военным комиссаром по Гиагинскому и Кашхабскому районам Вячеславом Журавлевым встретился с родными погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Заур Хамирзов выразил искренние слова соболезнования в связи с постигшим их горем и передал высокую награду Орден Мужества посмертно. Обращаясь к родным погибших, глава района отметил, что никакие слова не могут выразить всю боль и горечь, которые каждый из нас испытывает в этот тяжелый период. Мы несказанно гордимся нашими ребятами и склоняем головы перед их светлой памятью, памятью наших героев.